Как говорил мой дед, ребят, всем привет. В общем, у нас обновление контента, нам добавили залповый пистолет-пулемет. И как говорят Epic Games, это залповый пистолет-пулемет серьезный аргумент в ближнем бою. И, собственно, это я и хочу проверить. Вообще, я как бы играю на геймпаде, и здесь бурстовое оружие очень сильное, потому что aim assist умудряется вкинуть прям все патроны. Для геймпада это будет просто топовая пушка. Конечно, вряд ли она сможет заменить дробовик, но посмотрим. Правильно? Еще у нас тут добавили, смотрю, крутизна, доступные новые стили для экипировок тени и сорви головы. А, давайте зачекаем. Что это такое у нас? Тень. Стили. Ну вообще ничего не напоминает, конечно же, вообще вот ни капли не напоминает скин из Battle Pass. Да. Так, что тут еще есть? Сорви голова. Давайте посмотрим. Не, ну, Егор Крида можно и купить, правильно? Тем более, на фоне интервью Дудя популярность его явно возрастет, поэтому если вы маленькая девочка или взрослый мальчик, который слушает песни для маленьких девочек, обязательно покупайте. Извините. Вы, наверное, на секунду подумали: Кек, Кек, а зачем ты нам показал ей новые крутые скины? А все потому, что нужно поддерживать меня с топ-тегом топ-кек. В общем, не будем долго тянуть, сразу гоним в каточку и будем проверять оружие. Самое главное, это чтобы оно почаще выпадало. Надеюсь, как бы, учитывая, что оно серое, синее и зеленое, то оно должно падать всегда, везде, и тем более новое оружие. Как бы, новое оружие всегда часто падает. Давайте, не знаю, дропнемся, наверное, в шахты. Куда нам еще падать, правильно? Прочистим шахту. Трубу. Гейские шуточки. Ну, всяко лучше, чем шутки. Блять, любые другие шутки. Ебитесь. Что у нас есть? Так, вижу баночки. Что еще? Еще что-нибудь? Так, ну ладно, хотя бы сундук здесь есть. Наверное, не умрем сразу. Отлично, отлично, еще и баночки. Тупо по кайфу. Как вам, кстати, это? Я тут, между прочим, прикрутил геймпад. Видите, видите, я там это... Типа я его нажимаю. Вот. Чтобы у вас не возникало вопросов, что... Кек, а ты правда на геймпаде играешь? Или ты даже на мышь такой хуёвый? Ну вот. Теперь вы понимаете, что я действительно играю на геймпаде. И когда-нибудь я буду ебошить. Пацаны, не со мной файтятся, давайте. Сейчас со стилем. Сейчас на изи вообще. Раз. Это имассист! Где имассист? Он даже на Джон Вика. Но мне кажется, на Джон Вика он не сработал, потому что, ну, это Джон Вик. Таки пуля огибает его. Так, нашли. Нашли пистолет-пулемет. Что, самое время найти врага. Надеюсь, нас враг не расстреляет буквально с одного выстрела. Я, конечно, ни на что не намекаю. Я когда читал новость, точнее, когда я уже увидел оружие в игре, мне это что-то до боли напомнило. Ёпту мать. Какой же херовый. Не, ну, вообще приятно стреляет. Очень приятно стреляет. Давай, раз. Выкурим из коробки. Отлично. Как обратно? Отлично, хорошо. Хорошо. Фух, нет, стреляет он очень приятно. И, как я вам и говорил, на контроллере почему-то залетает всегда по три. Вот серьезно, у меня все бурстовые пушки, которые были до этого, когда я играл на клава-мыши, ну никогда не залетали по три патрона. Ну, два залетит. Чаще всего один. По три. Три очень редко. А здесь я прям заметил, особенно с дабл-пистолетами такая же тема. Давайте сейчас мы чела подмышим. Чисто на мышечах. Ищем. Пытаемся. Опа. Мы увидели ногу врага. Да где ты? Ну давай, покажись. А ты тоже, блядь, мышишь, сучонок. Ну а тебе, блядь. Кстати говоря, второй бурст почему-то только один патрон попал. Похоже, моя теория дает сбой. Блять, я запутался в своей постройке. Так, ладно, бежим. Просто на похуях. Мы же жесткие, правильно? Просто забегаем. Я не перезарядил. Блять, ну, мне пизда. Нет. Фу. Не, ну это Фнатик. Как бы с Фнатиками шутки плохи, сами понимаете. Это, наверное, Фнатик Академия. Платная организация. Вся хуйня. Вот. Нет, вообще, мне нравится, конечно, новый пистолет-пулемет. Очень приятно стреляет, особенно с учетом моим ассиста. Давайте мы слышим врагов. Сейчас
Прям на голову. Вот. Пацаны, не умирайте. Не умирайте до меня. Давай, сейчас эти... Сука, ну почему они такие? Хорошо залетает-то как. Единственное, что я могу сказать, помимо того, что очень приятно играть с этим оружием, это все-таки... Блядь. Я слова забыл. Пиздец. Так вот, помимо того, что мне очень нравится стрелять с этого оружия, очень приятно стреляет, единственная его проблема, это все-таки 24 патрона. Очень незаметно вылетает. Это буквально сколько бурстов-то? 24 делим на 3. Сколько это? 24 разделить на 3. 24 разделить на 3. Блять, я в школе не был с 2006 года. А считал я и то там в году 2000 последний раз. 24 разделить на 3. 8, по-моему. Потому что следующее 27. Это 27, это 3 на 9. Ну вот, да, логично. То есть получается у вас 8 выстрелов по 3 патрона. И вам нужно как минимум 2 выстрела, чтобы сломать стеночку. Вот. Так что задумайтесь. Всего 8 выстрелов, всего 8 попыток. А потом довольно длительная перезарядка. Перезарядка у него и правда довольно долгая, учитывая, что это пистолет-пулемет. Так что я думаю, это сканает только на оружие прям в начале игры. Это, конечно, действительно весомый аргумент в ближнем бою, но все-таки дробовик как-то повесомее будет. Сори, но с дробовика практически с такой же скоростью можно выстрелить аж 10 раз, но при этом наносить там по 130 урона. От 70 до 130, до 130. Блять. У меня все сломалось, я не могу застроиться так вот, да? Прошел. Ну, как я и говорил, как бы дробовик, ну... посильнее будет, особенно если вы даже своим ассистом не способны попадать, как я. Аутист. Ладно, давайте сразу следующую. Не будем задерживаться. Дропаемся также на шахты и будем искать. Будем искать новый пистолет-пулемет. Не знаю, мне по прошлой катке он весьма-весьма понравился. Особенно, когда ты стреляешь по челикам, которые у тебя не стреляют. Это вообще просто тупо кайф. Я, конечно, с такой же логикой кайфово, наверное, стрелять с любого оружия, но с этого прям приятно так залетает. Вот это по 3 штучки. Очень приятно. Тупо кайф. Так, что мы тут имеем? Не, ну пистолет, окей. Пистолет это окей. Ну это братан, который опять падает без звука, отдай сюда. Это мое. Нормально. Не, что, со Скаром я считаю, как бы на старте играть нормально. Давайте сундук. Тут есть? Нет? Нет, нихера тут нет. Это, конечно, это же мой лут. Так, нет, я не хочу этот, конечно, но явно лучше пистолета. Так, похоже, тут есть все, кроме того, что мне нужно. Пацаны, ну пожалуйста, дайте мне пистолет-пулемет. Где он? Ну, еще брони бы неплохо было отсыпать, конечно, да. Ой, по красоте. Тупо по красоте, я считаю. Все-таки. Гранаты нам не нужны, мы все равно их кидать не умеем. Поэтому возьму так. Ой. Жоржи, зачем? Мне кажется, это слишком пальмно. Мы какую игру не включаем, какую запись я потом не монтирую, я всегда вижу это и такой: Жоржи, это за что? Жоржи, ты чё? Палево, братан. Аккуратнее. Аккуратнее с действиями, молодой человек. Сейчас смотрите, вот оп, хоп, нормально, да? Это я, блядь, боб-строитель, ебать. Вы-то думали, я ничего не умею? Нет, чуть-чуть могу, чуть-чуть. Так, Не, я бы взял эту пушку, если бы у меня был дробовик. А еще я хочу все равно пострелять с пистолета-пулемета. И если я буду начинать со снайперки, если я попадаю, то как бы я убью врага. И я не постреляю с пистолета-пулемета, логично. Так что давайте-ка мы лучше вот просто вот так поиграем. Я вообще сомневаюсь, что мы с дробовика там будем стрелять. Потому что все-таки, опа, у нас тут очередной мистер мышь. Мы в прошлой серии это проходили, давай, братан. Давай, я верю в тебя. Где ты?
Что, ты хочешь на улицу выйти? Давайте зачекаем. Звук в игре, конечно, располагает для чека. Чеканья. Нет, все-таки давай, наверх. Хорошо. Блять, как я промахнулся первый раз-то? Что за додик на стримере? Нет, если попадать всеми патронами, вот в таких ситуациях очень сильное оружие. То есть вы как бы можете что-то противопоставить дробовику, если вы особенно первый начинаете стрелять. Но в любом случае, если вас первого, наверное, вкинули, вам нужно попасть прям 3 патрона в голову, чтобы убить белого челика. Это сильно. Потому что, допустим, помпа убивает. Ну, новая помпа убивает с одного выстрела. Она наносит больше 100 хп. Тактический серый тоже наносит больше сотки. Поэтому, ну, не знаю. Как стартовое оружие, лучше пистолета. Опять же, с пистолета, с аим-ассистом можно столько вкидывать. Это очень больно. Там 40 плюс урона, 45, по-моему. И сам патрон бьет по сколько там? По-моему, 17. Я точно не помню. Слишком редко я беру пистолет. Но смотреть я, конечно же, не буду, потому что тут у нас есть враг. Давайте. Аим-ассист. Видали? 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 Присосался. Нормально, нормально. Так, там такой же, как я, короче. Так, братан. Ты что, выбираешь, какой дом тебе построить? Интерьер, экстерьер, тоси-боси. Так, ты куда? Стой. Так, ну, если бы это был нормальный человек. А, это Эльвина. Извини, солнышко. Извини, пожалуйста. Я не хотел. Я хотел, конечно, но... Ну, если бы я знал, я, конечно, бы пустил тебя покушать еще грибов. Тебе явно не хватало. Так, ну что, мы опять 3 килла даже оформили с этой куколки. Хотя нет, стойте, 2, наверное, килла. Опа, еще один, ты что делаешь? Нет, ну это подкрутка, блядь. Это специальные стримерские сервера, видели? У меня нативная реклама, Ази на 3 топора. А, блядь, это уже не нативно, если я сказал про это. Блядь! Все. Техническое задание провалено. Считайте, мне за это не заплатят. ГГВП. Только не репортите, пожалуйста. Что это у нас тут происходит? Кто это у нас тут был? Шары везде катаются. Вот эти шары, конечно, я не знаю, зачем они в паблике. Сейчас так много перемещения, вообще мувмента любого. Его настолько много, что эти шары давно надо убрать. Ну, серьезно. По всей карте ветряки расставлены. По всей. Везде есть эти летающие... Так, братан. Так, строим. Блядь, да построй ты уже что-нибудь. Нормально. Сейчас давайте. Давайте попробуем выйти и пальнуть в него. Оп, 24. Хорошо. Патроны закончились. Очень долго перезаряжается. Это, конечно, это провал. Это просто провал. Мне кажется, этот пистолет, блин, должен побыстрее все-таки перезаряжаться. Так, он явно настроен как-то недружелюбно. Ну, давайте вот я. Оп, видали, редакт сделал. Оп, застраиваем нормально. Так, хорош, братан, не надо. Я мирный, блядь. I'm friendly. Don't shoot me. Так, нормально. Все, теперь я на ХГ, как бы, теперь я нихуя не френдли. Давай, выходи, я тебе пёс нам. Нормально, 73. Пойдёт. Так, сука, запивается. Блядь, реплейс неправильно. Вот, я, конечно, выдрочил реплейс. Так, стой. Сейчас попробуем. На ноге, сейчас, смотрите, на ноге просто зайдем. Просто на ноге. Оп, хорош, да? Вот оно. Оружие богов. Просто на ноге заходит в чужую коробку. Если братан хочет запиться, и он слишком глуп, чтобы понять, что у него этого не получится, конечно. Отличное оружие для того, чтобы на ноге заходить в постройку. Вообще, я насколько могу судить, 3 патрона не ломают стенку. Поэтому, если, допустим, вы ударите один раз киркой, затем выстрелите бурстом и тут же попробуйте заменить, скорее всего, это будет работать. Поэтому, так, это широко. Ну что такое, почему я, блядь, кривой? Оп! ББ. Какого Что? В чем родился этот человек? Скажите мне, пожалуйста, почему он выжил? Я бы ёбнулся. Вот мне бы и так не повезло, чтобы подо мной был выступ. Так, стоять. Стоямба. Хорошо. Блядь. Вы видите этот аим? Это же пиздец просто. Да. Козел.
Вот это вот за это я ненавижу ветряки. Пацаны просто чуть что просто сразу съебывают. Я еще и выплюнулся неправильно, сука. Братан, я надеюсь, ты тупой. Я надеюсь, ты тупой. Так, нормально. 70. 70 дали. Сейчас, смотрите, дабл рампа, пушим. Хорошо, бьем. От сука. Он просто убежал. Ну что за говнари? Вот, ну серьезно. Ну, братан, вернись, сука! Нет, aim assist не работает. Ну, кстати говоря, вы смотрите, как я только что точно провел за челом. Вообще, по-моему, нормально. Вот всегда бы так aim, вот прям видели. Я прям идеально за ним вел. Точечкой. Если бы, конечно, я еще не двигался, было бы вообще, наверное, нормально, но. Ну да ладно. Так, шарик. Тут тоже шарик, блять, все на шарах. Вы че, кипанулись вообще? Вы шо, Таня ГТФО подбегают? Оп, нормально, да? Это я, бля, на им ассисте. Так, уйди нахуй сюда. Тебя не ждали. О, застройка пошла, нормально, нормально. Так, так. Я потерялся, нахуй. Опа. Таксист, убер таксист на шаре, смотрите, приехал. Ща покажу вам aim assist. Так, раз, на ноге. Вы видите, как блумит нахуй. И вы говорите, aim assist не имба. Вот серьезно, aim assist не имба. Я только что человеку заблумил с огромным вот таким вот расширенным очком прицела. Сколько ему хедов дал? 2? Опа, еще одна жертва нашей святой инквизиции. Братан, блять, это ошибка, это ошибка. Я его не перестрелял, сука. Не, ну, я старался. Alright, I can see that I will have to teach you how to be villains. This is a certified hood classic. Here's a lesson in trickery. This is how we